Всем привет! У микрофона Brotherhood. Это все появления Клокмена Титана. Всем приятного просмотра! Первое появление Клокмена Титана состоялось в третьем эпизоде. Там он с помощью своей пилы сначала убил скибидиста, а потом с помощью своей пушки он выстрелил сначала какого-то маленького скибидиста на земле, а потом и в скибиди-вертолет, который пролетал мимо. Потом прилетел скибидист с двумя пилами, и Клокмен Титан сначала выстрелил у него зарядом паузы, потом он начал колдовать своей магией времени и зеленым зарядом выстрелил в скибидиста, и он взял его под свой контроль. Следующее появление Клокмена Титана произошло в четвертом эпизоде. Этот эпизод начинается с сражения Клокмена Титана с скибиди-ученым. На поле боя прилетает Джимен, но Клокмен Титан замедляет его своей пушкой и пытается взять под контроль, но Джимен сопротивляется. И Клокмену Титану приходится взять его за голову, чтобы взять под свой контроль. Но скибиди-ученый бьет его своей лапой, а Клокмен Титан в ответ на это запускает свою пилу, ну а скибидист уносит эту пилу. Клокмен Титан сначала бьет ученого, а потом Джимена. Тут мы видим, что прилетают на поле боя скибидисты. Тут капитан Клокмен говорит, чтобы Клокмен Титан не убивал камерамена Титана. И после начинается бой. Клокмен Титан роняет 4 скибиди-вертолета с помощью своей силы. Следующее появление Клокмена Титана произошло в пятом эпизоде. Там он готовится к бою со скибиди-магнитом и достает из своих скибидисов, которые у него под контролем. Следующее появление Клокмена Титана произошло в шестом эпизоде. И этот эпизод начинается с битвы со скибиди-магнитом. Клокмен Титан ставит его на паузу. Казалось бы, бой окончен, но прилетает зараженный камерамен Титан. Клокмен Титан выпускает свою пилу. Клокмен Титан стреляет из пушки, и она у него барахлит. Камерамен Титан защищается щитом и готовится к бою. Камерамен Титан начинает жарить Клокмена Титана, но ему это не нравится. И он замедляет время, чтобы достать скибиди-паразита. Клокмен Титан не понимает, где паразит, так еще и ядро говорит, что время пора возвращать вспять. Камерамен Титан бьет Клокмена 2 раза, отлетает и берет свой молот и бьет. Клокмен Титан от этого отлетает. Клокмен Титан выпускает свои пилы и отпиливает почти все улучшения камерамена Титана. Камерамен Титан с горем пополам справляется с пилами. Клокмен Титан валит его на спину, отрывает ему крылья и пытается достать паразита. Сначала ему это не удается, а потом он достает паразита, но вместе с этим отрывает голову камерамену Титану. Он видит оторванную голову Титана камерамена и понимает, что он натворил. И он начинает обращать время вспять, чтобы вновь воскресить Титана камерамена. Клокмен Титан возвращает время вспять, но теряет внимание из-за того, что его ядро горит. А камерамен Титан пользуется этим и улетает. Скибиди-ученый телепортируется, также прилетает скибиди-паразит и скидывает часы, чтобы скибиди-магнит встал с паузы. Скибиди-ученый и скибиди-магнит держат, но даже двое таких сильных скибидистов не могут удержать Клокмена. Но камерамен Титан прилетает, бьет рукояткой по ядру. К сожалению, Клокмен Титан умирает. Появляются скибиди-паразиты и пытаются заразить, но Клокмен Титан слишком крепкий. Следующее появление Клок Титана произошло в 10 эпизоде. Там его нашли агенты, но тут он ничего не делает, потому что он мертвый. Следующее появление Клок Титана произошло в 11 эпизоде. Там капитан Супермен забрал его на базу в городе. Последнее появление Клокмена Титана произошло в 12 эпизоде. Там агенты защищают его от скибидистов. Вот это и были все появления Клокмена Титана на данный момент. Всем спасибо за просмотр. Можете подписываться на мой канал в Телеграме. Всем пока.